Дорогие братья, дорогие сестры, все, кто смотрит, давайте мы обратимся к Богу с молитвой, чтобы Он благословил наше изучение. Отец наш милосердный, благодарность Тебе за то, что Ты являешься правителем всей вселенной, Ты владыка нашего мира, вся власть на небе и на земле, она в Твоих руках. Посему ничего не происходит, ничего не случается. Ничто не приходит по воле какого-то неведомого случая, злого рока, просто произвола человеческого. Во всем этом есть Твой промысел, Твоя воля, Твое провидение. Благодарность Тебе, Господь, за то, что Ты не участвуешь как какой-то злой правитель ради своих прихотей, но Ты участвуешь в нашей жизни как мудрый, любящий Небесный Отец, как добрый пастырь, направляющий нас на пажити, хорошие пажити. Благодарность Тебе за то, что у нас есть Слово Твое, единственное, совершенное, безошибочное откровение воли Твоей, так что мы не потеряны среди наших сомнений, переживаний, смущений, среди информационного потока окружающего нас, среди многоголосицы человеческой, людской. Мы можем слышать Твой голос, ясный, четкий. И мы нуждаемся, Господь, в том, чтобы слышать его внимательно. Мы нуждаемся в том, чтобы понимать его. И мы нуждаемся в Твоей благодати, чтобы воплотить Твою истину в нашей жизни. Пожалуйста, поговори с каждым из нас и благослови нас. Во имя Отца и Сына и Духа Святого. Аминь. Пожалуйста, друзья, занимайте свои места, и мы с вами продвигаемся дальше в изучении послания филиппийцам. Мы с вами закончили уже первую часть, мы с вами видели, что Бог через апостола Павла обращается к филиппийской церкви или к своему представительству, посольству там в городе Филиппах, к небесным жителям, которые пока еще находятся на земле. А теперь мы начинаем новый этап, потому что здесь Павел начинает развивать следующую мысль. Вообще у меня есть такой призыв в самом начале. Читайте книги по истории церкви. Когда мудрый экклезиаст, царь Соломон, говорит, что нет ничего нового под солнцем, то история церкви очень ясно показывает. Хотя мы с вами являемся уникальным поколением, и каждое поколение по-своему уникально, особенно, но в целом мы живем на той же самой планете, мы сталкиваемся с теми же самыми грехами, с теми же самыми вызовами, мы читаем то же самое Слово Божие. История церкви рассказывает нам и объясняет очень многое. Там столько актуального и полезного для нас. И наверняка вы слышали о человеке по имени Джон Буньян. Он был баптистским пастором в Англии в 17 веке. Если вы немного знакомы с тем историческим периодом, то вы знаете, что раз он был баптистом, значит, он не был служителем государственной церкви Англии, которая сегодня известна как Англиканская церковь. Однако его проповеди были настолько сильными, влиятельными и популярными, что иерархи Англиканской церкви искали способы, как его заставить замолчать. В конце концов, политикам и религиозным деятелям удалось найти способ, они добились королевского указа, запрещающего любому нелицензированному, неуполномоченному местным епископам, а, соответственно, также еще и выше, проводить частные собрания, на которых присутствовало бы более 5 человек. Тот, кто чуть постарше и помнит, может быть, немного советские времена, больше 3 не собираться. Король фактически пытался искоренить
всякого рода евангельские богослужения или собрания независимых церквей на территории своего государства. И, как вы понимаете, Джон Буньян знал Божье Слово, должен повиноваться больше Богу, чем человеком, и он продолжал проповедовать и проводить собрания, за что был арестован. И большую часть своей зрелой, сознательной взрослой жизни он провел в тюрьме. Однажды судья проявил к нему сочувствие, видя его несчастную семью, сознавая, что он сидит здесь в целом несправедливо, он предложил ему возможность выйти из тюрьмы, но при условии, что он не будет заниматься проповеднической деятельностью. И тогда в зале этого суда прозвучали знаменитые слова Джона Буньяна: «Если вы освободите меня сегодня, я буду проповедовать уже завтра». Ну и вы понимаете, что он остался в тюрьме дальше. Находясь там, он не прекращал проповедовать. Только теперь его собрания проходили не в доме, в поле, в богослужебном зале, они проходили в тюремном дворике. Его проповеди не только привлекали большую аудиторию заключенных, он же не был официальным капелланом или настоятелем тюрьмы, но также сотни людей собирались рядом с этой тюрьмой, с местного города Бедфорд и окрестностях, в воскресенье, в День Господень, так, чтобы прислушаться к проповеди, которая звучала там в тюрьме. Представляете, да, себе картину? Люди окружают тюремное здание, чтобы услышать проповедь, которую звучает Джон Буньян. В конце концов, чиновники заставили его замолчать. Они поместили его глубоко внутрь тюрьмы, так, чтобы проповедь оттуда была не слышна на улице. Он оказался в изоляторе или карцере. Однако там, в уединении и тишине, Джон Буньян заговорил громче и сильнее, чем кто-либо мог себе представить, включая даже его самого. Там, в далекой, глубокой тюремной камере, он написал аллегорию о том, как Евангелие Христа и его крестный труд на Голгофе затронули сердце молодого мужчины по имени Христианин. И как этот христианин, поверив в Евангелие, оказался изгоем в своем собственном городе и вынужден был отправиться в путешествие. Затем Джон Буньян описывает это путешествие в небесный Иерусалим или рай, которое было заполнено различными духовными битвами и испытаниями. Сюжет аллегории очень интересный и поучительный. И если так случилось, что вы еще не прочитали эту известную книгу, то обязательно сделайте это в этом году. Сама книга стала одной из самых знаменательных и значительных книг, написанных на английском языке. Книга распространялась как лесной пожар. Уже при жизни автора первая часть выдержала 11 изданий, общим тиражом 100 тысяч книг. Это просто немыслимый тираж для того времени. Это сейчас даже большой тираж. Тогда это просто было трудно вообразить. Спросите Джона Буньяна, и он скажет вам, что его планы и страсть заключались в том, чтобы быть пастором и проповедовать, а не в том, чтобы писать книгу, да еще в тюрьме. И все же его писательская деятельность превзошла все его проповеди. И эта книга, озаглавленная «Путешествие пилигрима в небесную страну», и там чуть-чуть еще есть дополнительно, проникла в сердца десятков миллионов людей. Фактически на протяжении веков «Путешествие пилигрима» было самой читаемой и переводимой книгой, уступая лишь Библии. До сих пор эта книга находится в топовом листе самых читаемых книг, самых продаваемых книг всех времен. Она в первой десятке.
1835 году даже Александр Сергеевич Пушкин не удержался и прочитал эту книгу и написал известное стихотворение, которое у нас известно как «Странник». И в русском издании «Путешествие пилигрима» обычно эпиграфом помещают это стихотворение, которое построено на первой главе этого произведения. Я уверен, что если бы вы спросили Джона Буньяна, сидящего в карцере, в глубине тюрьмы, лишенного своего любимого дела и призвания, отрезанного от общения своей семьей, своей церковью, если вы спросили бы у него, как у тебя дела, Джон, то он, вероятно, бы ответил, что дела идут не очень хорошо. Ведь он занимается не тем, что так страстно и сильно желал. Со стороны казалось, что нет никакого прогресса. Поражение. Во время одного из заключений умирает его первая жена, оставив Джона с четырьмя детьми на руках, в ответственности точнее. Причем последний ребенок родился даже слепым. Он женится снова, и его вторая супруга пишет в письме к своей подруге, что у них нет ни миски, ни ложки даже к ней. Настолько трудно с материальной точки зрения давалось им это тюремное заключение. Но они оба были верны Христу и поддерживали друг друга даже в этих страданиях за истину Евангелия. Только к концу жизни, своей жизни, Джон Буньян осознал и понял, что его величайший вклад в дело евангельского движения, в дело духовного пробуждения было связано не с его проповедями, не с его активностью, было сделано не через то, что он проповедовал на свободе, но оно было связано и родилось тогда, когда он оказался в изоляции, в трудностях, когда были разрушены его мечты, добрые желания, резко изменились все его планы. Его книга была, кстати, вторая часть опубликована в двух частях, и вторая часть вышла за 4 года до его смерти. Дорогие мои, это очень непростой, но особенный урок христианской жизни и очень справедливый для нас сегодня. Да, нам потребуется время, чтобы осознать и даже принять с благодарностью позитивно те Божьи повороты, изгибы, развороты в нашей жизни. Те моменты, когда нам кажется, что мы идем назад, а не вперед. И мы никак не можем понять, что вообще происходит. Как такое может быть? Где Бог, в конце концов? Вот такие периоды Господь учит нас доверять Ему. Доверять Ему. Даже если эти изгибы, кризисы не сопровождаются объяснением с Его стороны сейчас. Но у всех этих неожиданных переломных моментов всегда есть причина, Божья причина. Потому что без воли Божией в нашей жизни ничего не происходит. Даже волос не падает с нашей головы, если Бог этого не захочет. А это значит, что подлинная вера, настоящая евангельская вера, она побуждает нас обновить, изменить наше мышление по отношению к нашим обстоятельствам. Помогает нам воспринимать перемены наших обстоятельств, жизни, ситуаций, как часть Божьего замысла в отношении нас. Понимать, что есть какое-то Божие намерение чему-то нас научить, в чем-то нас наставить. Нет ничего случайного, нет ничего напрасного. Во всем есть Божий план, а не чья-то злая воля. Если вы христианин не один год, то, вероятно, вы уже обнаружили, Бог часто продвигает нас вперед, двигая совершенно в другом направлении. Только спустя продолжительное время, порой до этого требуются даже годы, мы, наконец, осознаем, что то, что мы считали движением назад, все дальше от цели, в действительности продвигало нас вперед к лучшей Божьей цели, которая приносила Ему славу, большую славу, а нам с вами большую духовную зрелость
и рост доверия и упования на Него. Бог часто, дорогие мои, двигает нас в обратном направлении. А это значит, хотя это может показаться странным, что нам, верующим, нужно научиться мыслить богоцентрично, что правильно интерпретировать, воспринимать обстоятельства жизни, чтобы понять и увидеть, что именно эти новые, непонятные для нас, сложные, трудные, нежелаемые обстоятельства помогают нам продвигаться вперед. Помогают нам продвигаться вперед. Потому что это Божья работа, и Бог знает, что делает. Прежде всего, Он помогает нам уподобляться Христу, расти в вере. Бог часто нас двигает вперед с задним ходом. Именно этот урок апостол Павел здесь доносит до своих читателей, живущих в Филиппах. Он собирается помочь им изменить образ мышления, чтобы они научились верно воспринимать Божью работу, которая прямо сейчас происходит там, в Филиппах, и которая им непонятна, которая задает им много вопросов и вызывает много смущений, и сердца их наполняются переживаниями, печалями. Павел учит их. По сути, он здесь открывает перед нами свое мышление. Как он видит и воспринимает свою жизнь, то, что происходит. Как он реагирует на резкие перемены. И когда мы изучим этот отрывок, я надеюсь, что мы с вами поймем, почему мы можем говорить о движении вперед, хотя вроде как будто бы движемся в другом направлении. Итак, я еще раз прочитаю этот текст для нашего напоминания. «Желаю, братья», то есть он говорит к верующим людям, это не только одни мужчины, он обращается ко всей церкви, «желаю, братья, чтобы вы знали, что обстоятельства мои послужили к большему успеху благовествования, так что узы мои во Христе сделались известными всей притории и всем прочим, и большая часть братьев Господи, ободрившись узами моими, начали с большей смелостью, безбоязненно проповедовать Слово Божие». Видите, как часто здесь Павел говорит «больше, больше, больше». И молодые люди точно хотят больше. И Павел говорит, вот как можно испытать больше. Вообще, это очень необычный, какой-то удивительный, непривычный взгляд на жизнь. Павел совершенно неожиданно истолковывает свои обстоятельства, которые, скорее всего, привели бы большинство из нас в отчаяние, ну или повергли нас в уныние. Можно даже перефразировать Павла, то, что написал здесь Павел, с помощью трех утверждений, чтобы подчеркнуть, как апостол по-евангельски, богоцентрично воспринял события своей жизни. Итак, первое утверждение таково. «Я терплю неудачи, а Евангелие продвигается вперед». Вообще, данное утверждение кажется, ну, как минимум, странным, даже противоречивым, но Божие движение вперед нередко противоречит человеческой логике и ожиданиям, нашим планам, нашим замыслам, нашему гению, если хотите. Павел хорошо это знал и понимал. Он об этом же писал раньше Коринфянам. Помню, мы изучали, почему я и говорю раньше. Коринфянам, когда писал 16 глава, стих 9, он заканчивает свое послание и говорит, «Ибо для меня открыта великая и широкая дверь, и противников много». Посмотрите, как это звучит необычно и даже непривычно. Можно спросить Павла, «Павел, вообще, так у тебя открытая дверь или много проблем?» Потому что в нашей логике мы привыкли думать, либо все очень классно, хорошо, либо все ужасно. Особенно если ты подросток, ты знаешь, как это происходит у тебя. Либо ты хочешь жить, либо ты хочешь умереть. Вот второго не дано. Как бы другого не дано, вот только так или не, и иначе. И вот Павел говорит, у меня столько много возможностей. И кажется, ну вот здорово, значит, все сейчас как по маслу пойдет. И добавляет, и столько много противников. Павел, так у тебя возможности или проблемы? Так у тебя открытая дверь или у тебя отчаяние?
Павел знает, что он предлагает нам совсем другой, иной способ восприятия жизненных обстоятельств, ситуаций и трудностей, помогает нам смотреть на все через призму Божьей работы, через призму Христа. И здесь он, обращаясь к филиппийцам, делает то же самое. Смотрите, он начинает стих 12. «Желаю, братья, чтобы вы знали». Эта фраза, «чтобы вы знали», должна была побудить его читателей внимательно поразмышлять. Она вообще очень распространенная была в то время. Она встречается в разных рукописях, не только библейских. Ее использовали для того, чтобы привлечь внимание своей аудитории, чтобы люди могли задуматься, потому что сейчас будет сказано, трудно понять, можно неправильно понять, трудно принять в конце концов. Используя наш современный лексикон, можно Павла так озвучить. Он говорит, сейчас я вам, друзья, скажу нечто, что вам, возможно, будет трудно даже поверить. Вы не сможете легко это понять и уж точно принять. Так что читайте внимательно. Думайте и размышляйте. Я покажу вам, что случилось со мною. В действительности послужило продвижением Евангелия. Я переживал трудности и сталкивался с серьезными проблемами, а Евангелие продвигалось вперед. Павел мог бы написать такой длиннющий пост где-то ВКонтакте или отправить рассылку в Телеграме своей общине, Филиппа. Но эта община хорошо его знала, поэтому Павел не пишет подробности от того, что с ним случилось, какие у него были обстоятельства. Но вот мы с вами не филиппийская церковь, поэтому нам полезно напомнить, о чем здесь говорит Павел. Но у нас есть преимущество. Мы с вами не так давно закончили изучать послание, точнее сказать, книгу «Деяния апостолов». И сейчас мы с вами проживаем в «Деяниях апостолов» глава 29. Бог созидает дальше свое служение здесь. Так вот, в главе 21 этой книги «Деяний апостолов» описывается, как Павел пришел в Иерусалим, с большим риском для жизни он туда отправился. И там его присутствие не оказалось незамеченным благодаря подстрекательству ряда недоброжелателей из ассирийских иудеев. Это привело к беспорядкам в храме, и его арестовывают и бросают в тюрьму. 23 глава повествует нам о том, что Павел наконец-то пристал перед судом Синедриона, и евангелист Лука даже нам дает такую подробность, что 40 иудеи связали себя клятвой, что они не будут больше есть и пить, пока не убьют Павла. Подумайте только об этом. Эти люди уже были готовы убить для того, чтобы даже хоть что-то покушать, в конце концов, самим не умереть. Вот такое безумие царило там, такая ненависть была по отношению к Павлу. Позже мы узнаем в этой главе, что один из племянников апостола узнает об этом заговоре и рассказывает ему об этом. И в ту ночь 200 воинов, 70 всадников, 200 стрелков охраняют Павла, и в темное время суток, сразу после 21:00, они уводят его в другой город. В 24 главе Павел, наконец, предстает перед чиновником, который имеет власть освободить его, чиновником римской администрации, но вместо этого чиновник пытается получить от Павла взятку за освобождение. Как знакомо, да? Ничего не изменилось. Поскольку Павел не хочет платить мзду, он томится в тюрьме в течение 2 лет. 2 года спустя нам сообщают, что Павел наконец-то предстает перед судом другого чиновника, а через несколько дней даже перед царем Агриппой, где Павел просил суда кесаря, римского императора. Павел увидел, что ему не добиться ни правосудия, ни справедливости в Палестине, и поэтому он обращается с просьбой к императору, как римский гражданин. Он имел на это право. Суд соглашается, и начинается его путешествие в Рим. 27 глава, длинная глава. Во время плавания начинается шторм, который в конце концов топит корабль, и все пассажиры добираются до берега вплавь и оказались на острове Мальта. Когда эти промокшие пассажиры или путешественники сгрудились вокруг костра, разведенного местными жителями, Павел собрал охапку хвороста, чтобы поддержать огонь, бросает туда его, и в этот момент ядовитая змея
благодаря теплу вылезает наружу, который, видимо, подобрал случайно с этим хворостом, в темноте и не заметишь. Она впивается ему в руку, кусает его. Все ожидают, что Павел умрет, думая, что вот оно, возмездие богов, такой нечестивый человек, а Павел не умирает. Ну, я думаю, что все равно Павлу было больно. Когда тебя укусит кто-то, уж тем более змея, это не значит, что «О, нормально, комарик укусил». Комарик-то укусил уже неприятно, а тут змея. Во второй части 27 главы Деяний Павел, наконец, прибывает в Рим и оказывается под домашним арестом. После всего этого сложного периода, после всех этих трудных приключений, как вы думаете, что тиктокер запишет в своем блоге? Друзья, так было трудно. Да, ребята, так было сложно. Павел мог написать: «Братья, что все случилось со мной, так сильно меня измотало, истощило, вымотало, что я начинаю думать, что Бог про меня совсем забыл». И либо у него нет желания созидать церковь свою дальше. Мы отступаем и движемся в обратном направлении. За эти годы столько было трудностей и разворотов, что я по-другому уже думать и не могу. Вы вдумайтесь, друзья мои, мы говорим не про один неудачный день. Мы говорим про годы. Годы заточения, передвижения, мучений, судов, встреч, арестов. Годы. Казалось, что все становилось только хуже. Вместо этого Павел здесь пишет: на самом деле все эти проблемы послужили продвижению Евангелия. Высшие должностные лица нашей страны наконец-то услышали план спасения. Правительственные лидеры познакомились с Евангелием. Я терпел неудачи, а Евангелие шествовало вперед. Как часто мы склонны думать обо всем через призму наших обстоятельств, наших настроений. Как часто мы не видим Божью работу, которая совершается благодаря тому, что мы оказались в трудностях. Рушатся наши планы, представления, ожидания. Как часто мы думаем, что мы более ценны, чем Божья работа, которую Бог совершает в нас и через нас. Думаю, сейчас мне нужно сделать одно небольшое пояснение. Павел не рассказывает все это с каким-то, знаете, самовосхвалением либо каким-то наивным оптимизмом, отрицающим реальность. Он говорит: посмотрите, какая прекрасная христианская жизнь. Одна победа за другой. У меня все на позитиве. У меня все отлично. При любых обстоятельствах у меня постоянный прогресс и движение вперед. Вот даже укус змеи не заставил меня вздрогнуть. И я вообще могу теперь наслаждаться тюремной жизнью в любой точке нашей империи. Одним словом, смотрите, как классно быть христианином. Вот такую картинку часто представляют нам разного рода даже христианские книги, даже некоторые проповедники. Павел не наивный, Павел не гордец, Павел евангельский реалист. Если хотите, он евангельский оптимист. Хотя он лишь вскользь упоминает обо всем, что с ним случилось, он выбирает очень интересное слово. У Павла вообще каждая фраза, каждая формулировка, каждое слово имеет значение. Ничего случайного. И он использует очень интересное слово, которое у нас переводится как «успех». Смотрите, «большему успеху благовествования», вторая часть 12 стиха. Это слово на древнегреческом языке буквально означает «прорыв вперед», «продвижение» или «прогресс». И Павел намеренно его использует, потому что это очень динамическое слово, оно такое полно динамики жизни. Его часто употребляли для описания продвижения армии или путешественников. Нужно пробить им дорогу, какую-то трассу там сквозь эти джунгли или выложить какой-то путь, чтобы они могли пройти. И Павел говорит: смотрите, Бог позволяет мне пробивать дорогу для того, чтобы Евангелие шествовало дальше. Другими словами, мои дорогие, успех, евангельский успех,
Это очень тяжелая работа. Надо проложить дорогу, рельсы, чтобы Евангелие покатилось дальше. Когда Павел заявляет, Евангелие продвигается, он произносит это, вытирая пот со лба. Когда он говорит, что это большой успех или больший успех, это не потому, что он провел удачную трансляцию где-то там в социальных сетях, или хорошо сходил в баню с братьями, или попил кофе с друзьями, или где-то попутешествовал, смотря красоты или изучая достопримечательности того или иного места. Он посидел в тюрьме. Он столкнулся с несправедливостью, с ложью, коррупцией, предательством. Он столкнулся со многими болями. Знаете, когда я читал это послание, то мне почему-то вспомнился известный пионер евангельского братства, евангельско-баптистского братства Василий Горьевич Павлов. Он совсем молодой был юноша, когда вошел в служение. Его даже отправляли на учебу там, в Гамбург, в семинарию. Он столько раз был в заключении в тюрьмах. Я представил себе, как он пишет братьям и родной церкви из очередной своей ссылки или тюремного заключения, что дело Божие не остановилось, хотя его семья снова оказалась в таких стесненных условиях и обстоятельствах. И дело Божие точно не остановилось, потому что сегодня мы с вами здесь сидим, потому что вот те верные Божьи люди проповедовали это более 100 лет назад Евангелие. Да, Евангелие продвигается. Посмотрите, Павел пишет дальше в стихе 13. «Так что узы мои во Христе сделались известными всей притории и всем прочим». Павел фактически говорит, «Вся императорская стража слышит от меня о Евангелии Иисуса Христа». И вот я думаю, когда мы с вами читаем это слово, то мы не сразу, даже не видим эту силу и мощь, и чудо, и красоту этой простой фразы. Поэтому давайте я перефразирую, чтобы мы могли лучше увидеть и взгляд Павла на свои жизненные обстоятельства и на наш контекст. Он не только говорит, я прохожу через трудности и скорби, а Евангелие продвигается, но он также говорит, я под военной охраной, но она мои вынужденные слушатели. Мне вообще очень интересно замечать, как происходит движение мысли и логики Павла. В сущности, он говорит, я нахожусь под домашним арестом, но мои охранники, эти охранники, мои пленные зрители. Они видят, как я встречаюсь с другими братьями, как я молюсь за церковь, как я проповедую. У меня богослужение с ними каждые 6 часов. Каждый новый человек приходит, и я начинаю заново проповедовать Христа. И Павел не преувеличивает. Он пишет, что вся императорская гвардия узнала весть о Христе. И это просто невероятно. Все кремлевские охранники и даже Росгвардия узнали о Евангелии. Вот по сути, что он говорит. Как известно, императорская гвардия на латыни называлась претерион, ну или претерианская гвардия. Они были размещены по всей империи для того, чтобы предотвратить потенциальное восстание. Они также были единственной военной силой, которая решалась находиться прямо в столице. И у них была одна единственная цель – защищать императора и его семью. Это были элитные войска, высоко квалифицированные, они получали двойную зарплату, примерно на наши деньги где-то, ну, почти 7 миллионов рублей в год они получали. Цезарь Август был родоначальником претерианцев. Он лично отбирал каждого солдата, пока не набралось 10 тысяч человек для его гвардии. Они служили более 16 лет, выходили в отставку, получали римское гражданство, все привилегии и также пенсию, которая составляла в общей сложности наши деньги в районе 1 миллиона долларов. Кажется, неплохо быть претерианцем. Со временем их стали известны, как, кстати, в Российской империи то же самое, они стали известны как «цари-убийцы», потому что только тот кандидат,
который получал их одобрение и защиту, мог надеяться на то, чтобы стать очередным императором, занять трон. Другими словами, преторианцы были весьма влиятельной силой в Римской империи. Но в Божьей стратегии продвижения Евангелия Господь задумал, чтобы эти солдаты стали мощными послами, проповедниками Евангелия. Подумайте только. Император думал, чтобы они стали его охраной, а Господь запланировал, чтобы они стали его проповедниками. Кстати, нечто подобное случилось и в нашей стране, в России. Ведь одним из самых выдающихся пионеров евангельского пробуждения в России, в частности в Санкт-Петербурге, был отставной полковник гвардии Пашков Василий Александрович, который совершенно не интересовался религией. А потом другой военный офицер, лорд Редсток, приехал в Петербург и стал проповедовать на великосветских собраниях Евангелие. Об этом можно почитать, кстати, Вани Карениной, Толстого и не только. И Пашков уверовал. И Бог использовал этого военного человека, весьма богатого человека, для продвижения Евангелия в нашей стране. Глава 28 сообщает нам, Деяний, что когда Павел прибыл в Рим, то он был передан командиру преторианской гвардии. И мы знаем, что ему решили выбрать место жительства, куда приходили эти гвардейцы, чтобы охранять его, причем каждые 6 часов менялся караул. Таким образом, у Павла было по 4 солдата в день, 7 дней в неделю. Павел не жаловался на свои цепи. Он посвятил свои цепи Богу. Вот как вы двигаетесь вперед, ну как будто бы в обратном направлении или в другом направлении, как это происходит. Для любого стороннего наблюдателя кажется, что у вас поражение, и вы отступаете, вы идете не туда, вы делаете что-то не то. Но благодаря вашему доверию Богу и пониманию, что у Бога есть разработанный план лично для вашей жизни, вы сознаете, что на самом деле Бог продвигает вас вперед. Это не случайность. Это не поражение, это не отступление, это Божие движение вперед. Павел понимал это, он истолковал свой домашний арест, арест как благоприятные обстоятельства для благовестия его охранникам, которые не могли никуда от него уйти. Они буквально были скованы цепями вместе с ним. Это не было препятствием, это было невероятной возможностью. Кстати, можно смело сказать, что Павел оказался первым капелланом в истории церкви, да еще в римской армии. Ему постоянно подгоняли новых воинов для проповеди. Бог подарил Павлу миссионерскую ниву, уникальную миссионерскую ниву, теперь мог нести Евангелие этим элитным войскам, которые приходили к нему каждый день. В общей сложности 3000 воинов – услышали проповедь Павла. 3000 воинов из 10. Гвардейцы, которые общались с высокопоставленными чиновниками империи. И Павел поэтому добавляет в конце 13 стиха такую фразу: «Не только преторианская стража, но, обратите внимание, всем прочим, его узы о Христе стали известны всем прочим». Кто они, эти прочие? Так это были правительственные чиновники, юристы, более чем вероятно, это некоторые еврейские ученые, которым император или римское правительство поручило разобраться, что там учит Павел, нет ли в этом опасности. Понимаете, за счет бюджета Римской империи все чиновники, по сути, вынуждены были изучать утверждение Евангелия, которое проповедовал Павел. Римский император оплачивал проповедь Евангелия, оставив Павла в тюрьме. Евангелие стало известно при дворе благодаря этому. По сути, Павел говорит: «Я нахожусь под военной охраной, но все они мои пленные слушатели». Я терплю невзгоды, а Евангелие продвигается.
Но это еще не все. Павел развивает свое свидетельство и говорит третий момент. Это 14 стих. «Я заключен в темницу, чтобы другие верующие могли обрести свободу». Он пишет: «И большая часть из братьев Господи, ободрившись узами моими, начали с большей смелостью, безбоязненно проповедовать Слово Божие». Кстати, слово «проповедовать» – это не означает вот возвещать какую-то проповедь, формальную, официальную, с кафедры. Это буквально разговаривать, это повседневная нормальная беседа. То есть люди стали свидетельствовать о своей вере. Поэтому Павел говорит здесь, что его тюремное заключение вдохновило других верующих, христиан, на еще большее бесстрашие в своем личном благовестии, в своем свидетельстве о Господе Иисусе Христе. Братья мои и сестры, преследование приводит к тому, нередко преследование приводит к тому, что тихие и стеснительные верующие превращаются в отважных свидетелей. Сатана хочет нас сбить, чтобы мы были в смущении, переживаниях от того, что ломаются наши планы, не реализовываются наши ожидания, мы оказываемся в трудных обстоятельствах, чтобы мы сконцентрировались на том, чтобы нам жалеть себя и скорбеть о том, что было утрачено или потеряно, или не реализовано. Бог же нам показывает: это я над всем, это я работаю, это я направляю, это я веду. И когда я это вижу, то я могу получить большое ободрение. И Павел об этом говорит. Люди ободрились, потому что для Божьего слова нету уз. Почему Павел пишет об этом филиппийцам? Ведь когда он говорит, что большая часть из братьев ободрилась, он же про кого говорит? Про римлян, римскую церковь. Он же там находится в Риме. Почему он пишет? Потому что Павел, по сути, намекает косвенным образом, пытаясь ободрить этих филиппийских верующих, чтобы они не боялись и желали еще сильнее делиться Евангелием. Потому что в их, там, в городе, в Филиппах, враждебность росла все больше. Иудейские лидеры усиливали свое давление и гонение на христиан. Даже римские граждане, неверующие граждане, также начали видеть в христианстве угрозу своим планам. И мы об этом с вами говорили в самом начале изучения этого послания. И, конечно, филиппийские верующие запереживали. Как жить дальше? И Павел говорит: посмотрите, посмотрите, что Бог делает сейчас там, в Риме, среди этих верующих. Это также ваша привилегия. Поэтому, когда эти верующие в Филиппах читают и видят, как Павел с радостью делится Евангелием, даже находясь под домашним арестом, когда они видели его взгляд на эти обстоятельства, видели его бодрый дух, его евангельскую смелость, так что он даже говорит чиновникам, высшим должностным лицам страны, должно было ободрить и укрепить их. Павел пишет филиппийцам и говорит: «Даже наши римские братья и сестры обрели свободу говорить открыто, без страха, смело». Братья мои и сестры, страх заразителен. У него очень большие глаза. Это как рак, распространяется быстро. Но и евангельская смелость также заразительна. И она также может распространяться быстро. Поэтому, дорогой мой, выбери, что ты будешь распространять вокруг себя. Готовность Павла воспринимать эти неожиданные развороты, невзгоды, эти непростые трудные обстоятельства своей жизни с радостью и доверием Господу заразил других верующих. И они захотели присоединиться к нему, чтобы делать то же самое. Давайте скажем прямо: неверная жизнь заразна, но и верная жизнь для Христа также заразна. Какую жизнь ты будешь распространять? Какую заразу ты будешь нести? Настоящую, созидательную, благословенную, евангельскую? Или просто злую, греховную, полную страха, отчаяния, сомнений, недоверия? «Я заключен в тюрьму, — говорит Павел, — и благодаря этому мои братья и сестры обретают новую свободу».
Вот он единственный верный способ восприятия и истолкования своих обстоятельств, событий своей жизни. Это вырасти в уповании на Бога, понести Евангелие дальше, вопреки своим обстоятельствам, и прославить Господа Иисуса, даже если Он не дает тебе делать то, что ты так страстно хотел. Братья мои, сестры мои, слышите? Мир, в котором он живет, он говорит тебе, верь в свою мечту. Вы думаете, Джон Буньян не верил в свою мечту? Вы думаете, он не мечтал о пробуждении Англии? Вы думаете, он не видел себя пастором, проповедником, служителем, который трудится в большой церкви? Я уверен, что он это думал. Он даже умудрился родить 4 детей. Но Бог знал, что реализация этого будет другая. Не такая, как он представлял себе. По-настоящему насыщенная, удовлетворенная, созидающая, благословенная, радостная жизнь – это не когда мои мечты исполняются, а когда Божий план реализовывается в моей жизни, и я принимаю это с радостью. Просматривая обстоятельства жизни Павла в последних главах книги «Деяний», которую мы вспоминали с вами ранее, я вновь заметил стих, в котором описывается, как Павел отправился в то трудное плавание, плавание, в результате которого все они потерпели кораблекрушение рядом с островом Мальта. Если вы помните тот стих, это Деяния 27:8. Там есть очень интересный момент, точнее сказать, название. Название, откуда они отправились. Оно называлось, знаете, как этот порт назывался? Хорошие пристани. Они с хорошего двинулись к лучшему. Только лучшее оказалось не легкое, комфортное, успешное по-человечески. Оно оказалось очень сложным, трудным, болезненным, но по-настоящему славным. Знаете, у меня в служении немало историй было, когда Бог делал так, что кажущаяся неудача становилась отправной точкой для развития служения. Я вам расскажу одну такую историю. Потому что продолжается еще молодежная конференция, то она как бы мне так и пришла на память. Не помню точно год, но это было до 2000 года. Я тогда еще жил в Сибири. Мы планировали проводить очередной молодежный заезд или сезон в нашем служении, в христианском лагере. И искали место, где можно было бы сделать такой вот молодежный заезд. Все-таки где-то как минимум 1000 человек надо было собрать. И мы искали место по Кемеровской области и нашли одно место, один лагерь, который принадлежал шахте местной недалеко от города Новокузнецк. Я поехал туда с молодежным лидером и пресвитером одной из местных церквей, ну и с братом-шофером, чтобы посмотреть, поговорить с также директором ДК, потому что такая ситуация была, что вот есть лагерь, много корпусов, а места для собраний нету, ДК нету. Но рядом находится деревня, где ДК есть. Деревня не такая огромная, а ДК большое, потому что было рассчитано так, что ДК будет деревню содержать, или, точнее сказать, шахту содержать, а люди, которые будут находиться, отдыхать в этом лагере, а там как раз было около 1000 мест, такая мощность лагеря, они будут в это ДК ходить, фильмы смотреть, какие-то мероприятия проводить. И надо было поговорить было с директором этого ДК, чтобы нам дали разрешение пользоваться им на время нашего заезда. Мы прекрасно поговорили с директором, такая оказалась очень отзывчивая женщина, обрадовалась, что мы приедем, что такая толпа молодежи приедет. И вот мы стоим на пороге, на входе этого прекрасного ДК, пресвитер церкви, молодежный лидер, я, директор, и ждем, когда приедет с нами наш водитель, автомобиль. И вот он прямо выезжает из-за угла улицы главной, центральной этой деревни или поселка и движется в наше направление. Ему осталось ехать, ну, метров, наверное, 100. И тут совершенно неожиданно, да, кстати, я не стал деталь, это было 9 мая. 8 или 9 мая, ну, по-моему, 9 мая, ну, вот где-то там.
И вот совершенно неожиданно с соседней улицы вылетает мотоцикл, за рулем какой-то мальчишка лет 16, за его спиной девчонка соответствующего возраста, и со всей силы влетает в нашу машину. Оба кувырком падают на асфальт вниз. У нас уже был запланирован ужин, баня, общение с братьями, знаете, все как надо, как у людей верующих. А тут бац, такая ситуация. Мы подходим туда, я не буду рассказывать все детали, но на протяжении, наверное, 2 часов мы не могли найти телефон. Потому что, во-первых, уже поселок был очень пьяненький. Они праздновали победу, к сожалению, с алкоголем. Во-вторых, те люди, которые приезжали из местного города, они боялись дать использовать нам... А тогда только проводные телефоны были, да, кто не знал, кто не знает. Люди тогда не имели сотовых телефонов в кармане. Тогда были только проводные телефоны. Это такое было древнее время, до 2000 года. И местные, которые гости городские, как называли деревенские, они говорили, если я дам вам сейчас своим телефоном воспользоваться, то мне просто сожгут дом мой, когда я уеду. Потому что оказалось, что мальчишка, который был, это был сын местного участкового, а вот про девочку не знаю. И они очень здорово так лицом ударились об асфальт, все в крови, пока приехала скорая помощь. Мне пришлось бегать несколько раз на местную станцию, 3 километра туда и обратно, просто позвонить, вызвать милицию, тогда это была милиция. Она ехала очень долго. Для местных жителей это было самое большое событие. Во-первых, наших обижают. Понимаете, что такое деревня? Наших обижают. Потом это 9 мая. Уже когда люди маленько выпили, вообще им трудно здраво рассуждать. Еще Аристотель говорил, пьянство – добровольное сумасшествие. И вот народ собирается все больше и больше. Уже начинают затирать все следы, потому что очевидно, кто был виноват. Они уже затирают все следы. Конечно, только приехала это ГИБДД, ну, уже по-современному, да, отметили все, но нас еще не отпускают, народа еще больше, уже начинает маленько смеркаться, и я скажу вам так, что ситуация стала накаляться. Люди восприняли нас как злых людей, когда они еще узнали, что мы не православные. В наш адрес сначала полетели матюги, потом появились палки, потом стали потихонечку появляться камешки. И вот я там находился, и, признаюсь вам откровенно, в моем сердце было понимание, что, возможно, нас здесь в лучшем случае изобьют, в худшем случае убьют. Потому что уже такая толпа людей, очень много агрессивных молодых людей, которые просто ждут отмашки, чтобы броситься на вот этих вот извергов, каких-то бусурман, которые сломали им праздник. Я видел, как мы так просто внутри себя молились, что делать, и, возвысив голос, я громко сказал, дорогие сограждане, мы не приехали сюда вам причинить зло. Когда я это сказал, то в меня полетели камни, полетели матюги. Но Бог жив Господь. Какой-то старичок, ветеран, сказал, дайте ему сказать. И я стал говорить, я стал проповедовать. И все закончилось тем, что деревня склонилась на колени в молитве. И я помолился вслух. И вся деревня сказала «Аминь». И когда мы ехали уже глубокой ночью с этим участковым, он сказал, это Бог вас послал сюда. К нам какие-то странные люди стали приходить, даже свидетели Иеговы стали заходить. И мы стали думать, как же правильно верить, что же делать. И теперь мы видим ответ. Там началось в этой деревне служение. Мы хотели там просто провести молодежный сезон. Мы, в конце концов, хотели 9 мая с братьями поесть шашлыков, попариться в бане и пообщаться. А у Бога был замысел поработать с этими людьми. У Бога был замысел потрудиться там. Я не сразу осознал эту истину,
когда рушатся твои планы, когда все происходит не так, у тебя естественная реакция – искать виноватых, оправдываться, впадать в отчаяние или в уныние. Но Павел показывает нам пример, что изменение обстоятельств в худшую сторону часто бывает Божьим способом направить нас в правильном направлении. Духовно зрелый верующий – это тот, кто учится замечать и воспринимать развороты своей жизни как часть Божьего наставительного замысла и для него, и для других, чтобы он рос в своем доверии, доверии Христу, а другие могли видеть Христа и ободряться Его примером. В конце концов, наш Господь Иисус, вместо предлежащей Ему радости, это послание к евреям, 12 глава, стих 2, Он претерпел крест. Отец Небесный сказал Ему, иди на землю. И вот оно, резкий разворот этого идеального общения, пребывания в небе Святой Троицы. Резкий разворот и спуск туда, на землю, и не к друзьям, а к врагам, бунтарям, гордецам. И как сегодня брат Мари сказал, это мы его распяли. А Иисус пришел туда, к нам, ради нас. И знаете что? Он делает эти развороты в твоей жизни не для того, чтобы повернуть тебя в отчаяние, а для того, чтобы укрепить тебя в уповании на Него. Не для того, чтобы ты сильнее верил в свою мечту, а чтобы ты верил в Него. Не для того, чтобы ты страдал, а чтобы ты исправлялся. Не для того, чтобы разрушить, но для того, чтобы созидать. Более того, Он понимает сейчас твои сомнения, смущения, боли, переживания, тревоги, надежды. Он знает твое сердце лучше тебя самого. Он был там, и Он сейчас здесь. Для того, чтобы исцелять тебя, вразумлять тебя, обличать тебя, поднимать тебя, исправлять тебя, направлять тебя тем путем, которым тебе нужно идти. Потому что только такой путь поможет тебе преобразиться в Его образ и прославить Бога так, как ты даже не мог представить. Это Бог сейчас это делает. И Он знает, что тебе не хватает силы. И у Него есть эта сила для тебя. Просто понадейся на Него. Он знает, что ты готов сдаться. Не сдавайся, Он поддержит тебя, потому что руки Его сильнее всех рук, всех друзей вместе взятых. Он знает об этом. Потому что Он претерпел крест ради того, чтобы искупить тебя и помочь тебе. У нас с вами на столе книжном была, возможно, еще есть, прекрасная настольная книга или замечательная книга «Сборник пуританских молитв», написанных и прочитанных такими Божьими людьми, как Чарльз Спержен, Ричард Бакстер, Исаак Уоттс, Джон Буньян, о котором мы говорили сегодня. Эта небольшая книга называется «Долина видения». Это одна из моих любимых молитв, она самая первая в этой книге. И я закончу свою проповедь этой молитвой. «Господи, высокий и святой, кроткий и смиренный, Ты привел меня в долину видения». Я нахожусь в глубинах, но вижу Тебя на высоте. Окруженный горами греха, я созерцаю Твою славу. Дай мне, вопреки доводам рассудка, уразуметь, что путь вниз – это путь ввысь, что сокрушенное сердце – это исцеленное сердце, скорбящий о грехах дух – это дух радости, кающаяся душа – это превозмогающая душа. Ничего не иметь – это обладать всем. Нести крест – это носить венец. Давать – это обретать. Долина – это место видения. Господи, днем звезды можно увидеть из глубочайших колодцев. И чем глубже колодец, тем ярче сияют Твои звезды. Дай же мне найти Твой свет во тьме моей, Твою жизнь в моей смерти, Твою радость в моей скорби, Твою благодать в моем грехе, Твои богатства в моей бедности – Твою славу в моей долине. Помолимся, друзья. Господи Иисусе, благодарность Тебе, что Ты проявил послушание Своему Отцу, нашему сейчас Небесному Отцу, и сошел на нашу землю.
Даже находясь на земле, ты просил Отца пронести чашу мимо тебя, но ты покорился Его воле и зашел на крест. И ты это сделал ради нас, ради нашей радости, ради нашего спасения, ради нашего оправдания, так, чтобы мы не были потеряны, так, чтобы мы не были врагами, бунтарями, так, чтобы избавить нас от вечной участи, от вечного гнева, справедливого гнева Божия в аду. Господи, благодарна Тебе за это. И ныне Ты знаешь наши жизни, Ты знаешь то, в чем находится. И мы молимся о том, чтобы Ты благословил каждого из нас. И некоторым из нас надо раскаяться в ропоте, недоверии, в подозрении. Некоторым из нас нужно раскаяться в зависти, в сравнении. Господи, но всем нам нужна Твоя благодать, и восстанавливающая, и укрепляющая, и помогающая. Господи, благослови нас рассматривать свои обстоятельства так, как это делал апостол Павел, видеть в них возможности, благодарить Тебя за них, даже когда рушатся все наши мечты. Господи, ведь наша мечта в том, чтобы Ты был прославлен. Наша мечта, чтобы мы были ближе к Тебе. Наша мечта в том, чтобы созидалось Твое Царство. Благослови, Господь, нас обновить, наше мышление, наши мечты, наше восприятие, так, чтобы по-настоящему испытать радость. Ведь все наше человеческое, оно такое поверхностное, такое легковесное, такое мимолетное. Только Ты и Твоя воля, и Твое Евангелие, и Твоя любовь, они вечны. Господи, благослови нас жить нашей короткой земной жизнью во свете вечности, испытывая полноту радости, уподобляясь Тебе, Господь, силой Твоей благодати. Благослови, Господь, нас, что нас ждет в этом новой неделе. Мы не знаем. Ты знаешь один все совершенно. Благослови нас искать лица Твоего и искать славы Тебе. И благослови каждого. И пусть дело Твое проповедуется, и пусть, Господи, в нашей стране наступит духовное пробуждение среди всех народов. Во имя Отца и Сына и Духа Святого. Аминь. Thank you.